to pick. Не, блядь, не могу. Не могу. Элитная озвучка, сложно. Оп, моё! Моё изи! Типичная игра на против бурды на ВК. Ну, то есть я абсолютно бесполезный. Типичная игра. Last pick бурды. Хороший герой. Почему эта хуйня в доте, хуй знает. Что мы поделаем? Забирают carry роль, не дают, блять. Кто слышит это сообщенный, тот пидар. Ну а если тебя зовут попечь, то вообще, бля, нахуй беса, как такие вообще живут в клетках, надо их держать и кормить навозом. Блять, попавшего своего покорми навозом. Что за пиздец? Опять не успел выйти? Я же успел, алло! Ну пиздец! А здесь голема, а големов зафармить нереально. Ну, и что делать? Умри, уёбище, блять! Нету маны. Мне пизда. И нам всем пизда. И Радик не намечается, походу. Ну не знаю, что делать. Полностью проигранный пик. Вот это ты дебил! Бля! Хотя... Опа! На, блядь! Моё! А вот и Сакрет подъезжает, парни. Оп! А кто это станыч закинул? Да гол лучше эти, рейндж вынесем. Так, на Верочку. Похуй, я дам жизнь за бараки. Да-да, расскажешь, уебище. ГГ, долбоёбы! Ой-ой-ой-ой-ой! Вкусняки! О, что, блин, кто это такой? Алло, даун! Здорово! Да, давай, да, убей меня, да, убей меня! Да, молодец! Молодец! Не, блядь! Убил, проверяйте! Долбоёб! Известно чего? Что такое, дура? Под местами кританул, тварь! Вы видели, я кританул под 60% мясами эту тварь! 15% на крит, 60% мясов, я ее кританул! Просто через мясы, нахуй, въебало, просто пол ебальника вынес. Ноль ошибок! В соло! Хотя воет тоже ноль ошибок, походу. Брутпикер соснул, уебище! ГГ, изи! Изи для попизи! ГГ, изи, нахуй! Надо воида! Команд! Ну, Войд молодец. В принципе, все остальные тоже более-менее играли. Только Висп мне не понравилось, что вначале Бруду нафидел. Оп! Блять, так нечестно. Бля, у него камни были. Ну, это вообще уже лол. Я еще крипов проебал, получается. Да то у меня проебано крипов миллиард. Было бы, конечно, классно, если бы меня Леон саппортил, но сори. Ставь плюс в чат, если считаешь, что попич не латентный мидер. Латентный пидер. Уебище.
краткую ёбище. Краткую ёбище. Краткую ёбище. Не, играть не дают, как всегда, тоже классно. Пришел хуй сосная Сафи, ничего не сделал. Я уже полностью потерялся в игре, кстати. Здорово! Только фрагов-то ноль. Толку ноль. Да ебаный Фурион, ты дашь? Он не дает фармить, я не могу ничего получить от этой. Ни фрагов, ни фарма. Он не дает. Дай ульт! Лол. Импейл дай. На! Уёбище. А я умер, найс. Не, это мана. Ой, пизду. Бля, ой, бля, ну это уже все. Я поплыл. На! Блять, очень сложная игра. В этой игре было буквально ноль помощи. Всю игру я наблюдаю ноль помощи. Ну я хотя бы закупился. Ааа, моё! 530! Ууу! Это было хорошо. Только Сларк нас ебать начинает. Ебаный Фурион ничего не может сделать, не хочет. Сларк встретил в Рейскинга. Рейскинг фул хп. Не, ну Сларк тоже фул хп сейчас будет. Ну нахуй ты! Хекс дай! Хекс дай! Ну я в это не верю. У него был шанс выжить 100%. Как дела, долбоёб? Да добей его! Блядь, какой же Леон конченый. Ну вы видели, какой он руйнер? Леон просто игру руйнит. Сларк был мёртвый, 100%. Даёшь хекс, он умирает, всё. Иногда мне кажется, что ты специально хуже играешь. Вероятно, мне кажется, что ты долбоёб. Не специально. ЛС, ебаный. Потому, что ты пиздишь во время вайпа. Я не знаю, что ты имел в виду, если ты имеешь в виду, что это типа хуёво собирать дохуя итемов дешевых, то ты ЛС не шаришь вообще нихуя. А вообще, во время таких моментов, когда во время тимфайта донат, очевидно, я буду хуже играть, блядь, когда во время тимфайта ебаного донат. Как я должен хорошо играть, когда во время тимфайта ты донатишь мне? Ну. Пожелательно между играми донатить. Конечно, понимаю, что вы хотите поспамить гей-донатами, но я порой проигрываю игры, когда вот буквально тимфайт, а мне донат, я отвечаю и одновременно играю. Это очень сложно. Это очень сложно. Ну. Понятно, что в этот момент, когда я отвечаю во время тимфайта, я нихуя не соображаю и не понимаю, блядь, что я делаю. Это очевидно. Но Леон хуесос, повторюсь. Не знаю, как Сларк. Такой бездарный, он тильтанул и проебал игру в соло. На самом деле. Rage buyback, тильт, гг. Ебать, но это была проигранная игра для нас. Сларк нам ее дал. Подарил. Леон это пример того, как не надо играть с саппортом. Как не надо играть на саппортах, вообще. Просто ужасный саппорт, худший саппорт. Я не знаю, что ли он сделал в игре, ну, я не заметил его импакта, сори. Я стоял всю игру один против ебаного дома этого, который меня спамит своими огненными мечами. Леон ни разу не был в нужный момент подраться, ни разу. О, ясно. А потом Леон, вот здесь, вы видели, Сларк завязал Дарк Пакт. У Леона есть Хекс, Импейл, не знаю, что там у него есть, короче, ну, должно все было быть. Я могу даже этот момент пересмотреть. То есть, Сларк был фрикил, он до сих пор от него пытается убежать. То есть, очевидно, что он не может убежать. Без, собственно, Хекса или Импейла. Алло, вы чё, дауны? Крест! Сука! Изи нахуй!
Изи! Будем откровенны, в начале игры я ужасно сыграл. Моя проблема в том, что я не знаю, как ебучий скилл Дума работает до сих пор. То есть это новый скилл, я до сих пор не удосужился прочитать его статы и т.д. То есть я просто не знаю, как его скилл работает. Вот такой вот я даун.